Итак, здравия желаю, други и подруги. Смотрите, вот если лопатка, да, боль в лопатке, они могут быть от чего? Ну, чаще всего это играют мышцы. Например, если вот верхняя часть лопатки, да, тут надостная мышца проходит, вот верхний уголок вот тут, да, такой остенький, часто болит. Это, соответственно, levator scapulus musculus идет вот так вот, мышца, поднимающая лопатку, да. Также вот трапеция верхняя может быть. Часто триггерная зона вот тут вот находится, да, прямо в середине трапеции верхнего ее пучка. С этой стороны, если вот лопаточку, давайте вот так продемонстрируем ее. Вот она открылась, видите, хорошо видно теперь, да. Отсюда подходит ромбовидная мышца, отсюда нижний пучок трапециевидной мышцы, да, и, как правило, они друг на друга тут накладываются, и по центру часто бывает такая болевая точка. Да, вот по центру лопатки, как вот терпимо сейчас. Да, вполне. Ну, мы уже размяли, размягчили, да. С этой стороны, это, как правило, круглая мышца, да, или вот задний пучок дельты, да. Между ними вот тут, в принципе, такая точка есть. Терпимо? Да. Триггерная точка, вот еще триггерная точка. Вот тут тоже нормально, да? Повеселее, да. Вот, в основном мы вот эти вот триггеры и разрабатываем, растягиваем, вот зубчатую мышцу потянули, ромбовидную потянули, да, вот мы верхний пучок потянули, вот трапецию, теперь отсюда растянули вниз, видите, все управляется локтем, то есть локтем мы управляем ту мышцу, на которую хотим, с которой хотим работать. Подними, пожалуйста, руки так, как будто бы ты сдаешься, вот так вот, еще выше можешь. Вот, в принципе, если вы видите, да, вот у нас хорошо прорисовывается трапеция, вот она сразу видна, да, вот она. Вот, ну, обо всем об этом поподробнее я расскажу в своих курсах. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, Альфа Топ можете найти, Академия телесно-ориентированных практик, он, в принципе, во всех социальных сетях я есть. Я Олег Алагудин, ведущий тренер номер один на всем русскоязычном пространстве интернета, поэтому подписывайтесь, приходите на обучение специальному мануальному массажу и мануальной терапии. До новых встреч, друзья. С вас подписка.